мы сознавали, что воевать нам придется, потому что уже Вторая мировая война пылала и в Европе, и в Азии, и все мы примерно 12-13 часов в сутки и изучали военное дело. Все детство дедушка рассказывал про войну. Это не могло не отложить свой отпечаток. Они побежали и начали стрелять на ходу. А мы сидим, старший лейтенант не дает команду стрелять. Артиллеристы стали на приказ. Артиллеристы зовет отчизна нас. Будет тысяч батарей со слезы наших матерей за нашу родину. Огонь! Огонь! Я не задумывался об этом. Периодически от кого-то из родственников слышу такую тему. Ой, дедушка вот опять придумывает. Ой, тут новые подробности появились. Некоторых это задевает. Они пытаются вывести его на чистую воду. Если бы Советский Союз не был сильнее Германии, он бы не победил. Да, он был сильнее Германии, Советского Союза. И не только было, и остается. Он таким и остается и сейчас. Ну, уже нет уже. А? Ну, нет его, а мы остались.